Пункт проката коньков в парке Гагарина готовится к открытию. В этом году особое внимание уделяют дезинфекции помещения и инвентаря. Специальным обеззараживающим раствором покрывают все, до чего могут дотронуться люди. Также социальная дистанция и масочный режим обязательны для всех посетителей. Пункт проката у нас оснащен всем необходимым. Это перчатки, маски. У нас в наличии имеется бахила. Люди ими пользуются, мы их выдаем. Помимо парка Гагарина, в этом году ледовые площадки подготовили в парке Дружбы, 50-летие Октября и парке Победы. Пункты проката инвентаря везде будут работать с учетом требований Роспотребнадзора. Обрабатывать будут перед началом работы. Потом будем делать небольшой перерыв в работе. То есть просить людей выходить из пункта проката будем обрабатывать в течение одного дня. И по завершении рабочего дня также будем обрабатывать территорию. Уже начали работу катки на набережной и на площади Куйбышева. Также этой зимой в Самаре откроются более 120 бесплатных ледовых площадок во дворах и при школах. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.